Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о самых распространенных причинах невроза у собак. Невроз – это нарушение нервной деятельности собаки, вызванное стрессовой ситуацией. Очень часто невроз приводит к изменению нормального поведения животного, апатии или, наоборот, сильной возбудимости и даже агрессии у него. Что может стать причиной невроза у лающего друга? Давайте рассмотрим самые распространенные причины этого нарушения. Одиночество и тоска по хозяину часто приводит к неврозам у лающих. Собаки – животные, которые очень привязаны к своим владельцам. И любая длительная разлука с ними для лающих является большим стрессом. Старайтесь уделять вашему питомцу как можно больше времени и ни в коем случае не оставляйте его в одиночестве на длительный срок. Недостаток физических нагрузок и прогулок – еще одна распространенная причина невроза у собак. Для поддержания хорошего психологического самочувствия лающим необходимы регулярные тренировки и прогулки на свежем воздухе. Их количество нужно регулировать, исходя из особенностей породы или конкретного представителя. При недостатке физических нагрузок и прогулок собаки очень часто становятся агрессивными и начинают страдать различными фобиями. Неудобное и необустроенное место для приема пищи, отсутствие игрушек, тесная клетка вместо комфортного спального места – все это может стать причиной невроза у лающего друга. Всегда заботьтесь о том, чтобы вашей собаке было приятно находиться дома. У питомца обязательно должно быть удобное спальное место, комфортное пространство для игр и приема пищи. Обстановка вокруг очень сильно влияет на психологическое состояние домашнего животного. Психологические травмы – четвертая распространенная причина невроза. Если ваша собака долгое время жила в приюте, если она в прошлом подвергалась агрессии со стороны других животных или человека, нет ничего удивительного в том, что сейчас она страдает от невроза. Вылечить такое нарушение в этом случае возможно при помощи зоопсихолога и ветеринарного врача. Причинами невроза у лающих могут стать самые разные факторы, однако с каждым из них можно работать. Старайтесь максимально ограждать свою собаку от стрессовых ситуаций, регулярно уделяйте ей время и не оставляйте надолго одну. Также не забывайте о важности комфортного домашнего личного пространства для лающего друга. Если ваша собака страдает тяжелой формой невроза, незамедлительно покажите ее ветеринарному врачу. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!